Видео с подоконника, сайт dompряжи.ru. Хочу вам сегодня показать образцы машинной ручной вязки из пряжи Lana Geelong. А вот сейчас вам покажу ниточку до ВТО и ниточка после ВТО. Она не намного распушилась, но стала гораздо ровнее. И вот они сами образцы. Пряжа сама по себе очень мягкая. В бобине она как будто бы обработанная, более жесткая. Но вот эти вот образцы после ВТО. Посмотрите, какой есть пушок. Мне кажется, на видео очень хорошо видно. Итак, это образец в одну нить на плотности 6 на машине. А здесь два варианта. Значит, разная немножечко вязка резинкой в две нити. И это в одну нить. Мне показалось, что очень хороший вариант вот такой. Связано на спицах номер 4, но вы можете взять размер больше, меньше, в зависимости от вашей плотности вязания. Еще раз повторюсь, пряжа очень мягкая, комфортное вязание. Всем добра!